Напомним, бывшему акиму Карагандинской области Бауржану Абдишеву предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В отношении него возбуждено 2 уголовных дела. По версии следствия, он давал указания различным госструктурам, в том числе и управлению парками культуры и отдыха, заключать договора с подрядчиками и покупать брусчатку только у определенного завода. Защита бывшего главы региона просила отпустить его под залог недвижимости, однако судья оставил постановление без изменения.